Волейбольный клуб «Газпром Югра» провел первый домашний матч сезона. На площадке премьер-арены в рамках предварительного этапа Кубка России газовики встречались с московской командой МГТУ. В первой партии сургутяне позволили сопернику уйти вперед и до второго технического перерыва были в роли догоняющих. Атаковали газпромовцы преимущественно с краев сетки, не получалось заработать очки на блоке. Тем не менее, после тайм-аута волейболисты «Газпром Югры» сумели устранить недочеты и с легкостью завершили партию 25-18. Во втором сете менее опытные москвичи стали допускать много ошибок. Закономерный результат вновь 25-18. В третьей партии, несмотря на практически равную игру, чувствовалась разница в классе. Сургутяне смогли довести до победы и третий сет со счетом 25-21. Итог игры 3-0 в пользу «Газпром Югры». Первая домашняя победа газовиков не порадовала зрелищностью. Было много ошибок, над которыми, по словам главного тренера, предстоит работать. Все-таки это официальный матч, но, в принципе, он нам помог в том плане, чтобы посмотреть в реалиях, что мы можем, на что мы можем рассчитывать и как бы мы будем продолжать работать, в каком русле. Новости за неделю. Достоверная информация из первых рук. Злободневные темы, объективная аналитика. Программа «Телевизионный обзор новостей». О наиболее важном и интересном в городе, округе, стране. Каждое воскресенье на каналах «Сургут Интерновости» плюс СТС, ТВЦ, ТВ3.